Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать свой заказ с интернет-магазина «Василек». На самом деле я давно уже, во-первых, там ничего не заказывала, это раз, а во-вторых, я сделала заказ, потому что мы с мужем тут решили затеять в этом году небольшую переделку нашей комнаты, в которой я сейчас нахожусь. Вот, и, в общем, мы с ним кое-что уже купили, я решила заказать постельное белье. Давайте я вам сейчас все покажу, в том числе и посылку. Так, коте моя, куда же без него? Скажи, куда без меня? Мама, снимай меня. Да, я же самый главный. Не кто-то там. А что ты такой недовольный сидишь? Так, вот, девочки, моя посылка. Я ее сейчас раскрою, разложу, все покажу, что у меня здесь есть. И мы с мужем, у нас, в общем, вот такая кровать, и мы с мужем давно хотели поменять матрас на этом кровати, на этой кровати, потому что у нас здесь, соответственно, спали, ну, со мной детки, в общем, приходили, что тут с этим матрасом только не случалось, хотя у меня есть топер, но топер я купила уже потом. В общем, у нас все равно в планах было поменять матрас на этой кровати, но... Мы не просто поменяли кровать, мы еще решили и купить кровать. Вот у нас уже приехал матрас. Тут стоит такой красавец. Девочки, не знаю, муж выбирал. И кровать на самом деле должна была уже прийти. Но, как всегда, позвонили и сказали, что... Что сказали? Что не будет вам никакой кровати. В общем, что они задерживают ее на 2 недели. Но... Я, конечно, никогда еще не сталкивалась с таким, что заказал мебель, и тебе день в день пришли. Пришла мебель, да, привезли. Кровать у нас под заказ, поэтому да. Вот, матрас, кстати, привезли сразу же. Но я потом, когда уже все будет сделано, я вам все уже более подробно расскажу, что, какой матрас, все спрошу у мужа. Котей моя тут, видите, сидит такой что-то недовольный он сидит. Вот. Так что, раз такое дело, я решила, что я хочу новый матрас, я хочу новое постельное белье. Вообще хочу, наверное, еще и покрывало новое, да, вот сюда на кровати, какие-то подушечки там. Ну, вот это вот все, знаете, такое мимимишное. Я бы так сказала. Давайте сейчас вскрою все, чтобы не шуршать вам пакетиками, и покажу. Итак, давайте я начну со всякой, ну, такой мелочевки, скажем так. Все ссылочки, конечно же, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Значит, я заказала, почему-то взяла только одну, девочки. Сейчас жалею. Вот такую маечку я беру младшему своему сыну. Я беру на размер больше. Они немножко подсаживаются после стирки, поэтому на размер больше ему взяла. Он у меня одевает, ну, в садик ходит, то есть у них обязательно, чтобы была маечка, сверху маечки, футболочка. И потом они снимают футболочку, в маечке идут спать. Если они там пока спали, вспотели, то маечка переодевается на другую маечку. В общем, потом эта маечка теряется. Ну, в общем, вы поняли меня, да? Почему-то взяла одну. Ну, ладно, потом, если что, да, закажу ему еще одну. Вот такая вот белая. Она по качеству как трикотажная такая. А, вот получается... Вот такая, 100% хлопок. Видите, она такая, как трикотаж. И вот эта вот, кстати, вот эта штука, она никак не... Тут какая-то ниточка, она никак не... Ну, не стирается. Но даже если сотрется, то у меня это как нижнее белье ребенку. В общем, вы поняли. Еще заказала 2 пары вот таких семейников. Они такие тоненькие, хлопковые. Это для того, чтобы у меня спят, в общем, в таких, в такой... В такой красоте, скажем так. Вот заказала 2 одинаковые. В принципе, взяла, какие были на сайте. Вот. Но для того, чтобы спать, вот там отличный вариант. И, конечно же, я еще заказала полотенца. Я обожаю вот эти полотенца, девочки. Это производство. Там есть разное производство. 2, по-моему, вида всего. Это производство Туркменистан. Это лучшие полотенца, которые только вообще есть. Это просто... Просто ниточка, да, вроде бы. А, какая-то торчит, но ничего страшного. Мне нравится тем, что вот здесь вот нет, вот здесь рисунок просто выбит. И когда вы стираете, обычно вот этот рисунок, он скукоживается. Ну, по крайней мере, так происходит иногда у меня. Здесь вообще с этими полотенчиками ничего не происходит. Вот он приходит вот такой немножко как подсмятый. Стираете с кондиционером, и у вас получается мега...
просто мягчайшие полотенца. Я взяла одно большое, вот такой вот расцветки. Мне очень понравилось, оно как такая изумрудная, что ли. Это у меня размер, получается, 100 на 180. Оно прям большое-большое, вот такое полотенце, прям как одеяло. Но я хотела такое себе полотенчика, не знаю, розовое не стала брать. В общем, взяла вот такое, девочки. Еще вот такое маленькое, голубенькое, ну, это мальчишкам я дам, 50 на 90. Тоже Туркменистан, самые лучшие полотенца в мире вообще. Вот сколько я нигде не покупала, это самые лучшие полотенца, поверьте мне. Вот, и вот такие, мне очень понравился цвет, он на самом деле такой нежно-нежно-персиковый, очень красивый цвет, не совсем у меня камера передает, он более такой, менее насыщенный, более такой пастельного цвета. Вот я взяла как бы комплектом ванную, да, тоже Туркменистан, естественно. 50 на 90, это для рук, вот они как раз для рук, самое то прямо. И два тоже больших полотенца, вот видите, персик называется, 70 на 140. 70 на 140 это как раз вот обернуться, то есть взрослому человеку, ну мне, по крайней мере, хватает, это точно. Вот, так что вот такие вот еще, но цвет вот этот, девочки, персиковый, такой нежно-нежно-персиковый. Вот он на камеру, я сейчас вижу, он такой более темноватый. На самом деле он прям такой нежненький-нежненький. Вот, вот этот тоже мне понравился цвет, такой изумрудный он, видите? Такой тоже классный. Ну, голубенький это я мальчишка, может, брала. Что еще вот такие у меня полотенчики. Давайте сейчас покажу самое главное. Ну и вот самое главное, то, что в моем заказе, это, конечно, постельное белье. Мне тоже очень нравится. Я взяла сатин. Вот как-то сатин мне в последнее время стал больше нравиться. До этого я чаще брала поплин. Вот один только комплект взяла как-то сатин. У нас, который как раз-таки, по-моему, нам или... В общем, не суть. У меня же кровать, у нас с мужем два одеяла. Двухспальная – это мое. И полутораспальная – это мужа. Но муж не любит большие одеяла. Я обожаю. Я вот так вот, как этот, в кокон такой заворачиваюсь и сплю. Мне очень-очень нравится. Вот. Плюс большой матрас у нас. И подушки 50 на 70. То есть, как бы вообще, мне всегда очень сложно купить. А на сайте Василёк вы можете попросить в комментариях, то есть к заказу, попросить вам на заказ сшить то, что вам нужно под ваши размеры абсолютно. Вот у меня, получается, пододеяльник я взяла, это отдельно продавался один и второй. Простынь на резинке тоже я взяла, это отдельно продавался один и второй. И просто в комментариях написала, попросила сшить мне под простынь вот такие же наволочки. И мне потом пересчитали, как бы добавили к заказу наволочки, пересчитали заказ и все. То есть супер. И прислали. Конечно, придется подольше подождать заказ. Но ради такого я считаю, что можно и подождать. Причем за пошив ничего с меня не взяли, девочки. Так что я прям... Ну, я считаю, это классная услуга в любом случае. Вот, поэтому, в общем, я сейчас я его вскрою и разложу, и покажу, как смотрится. Но мне так захотелось вот такого цвета. Цвет очень классный, такой лавандовый. В общем, сейчас разложу здесь на кровати и покажу, как он смотрится. Так, девочки, смотрите, я тут разложила, конечно, не очень ровненько, но она сейчас вот достала из упаковки, она, соответственно, мятая, и получается вот такая вот, ну, просто весенне-летняя красота у меня. Мне так понравилось. Вообще, я, кстати, люблю очень ирисы. Я люблю именно синие ирисы, знаете, такие темно-темно-темно-синие. Обожаю их. И здесь получается вот этот пододеяльник, он с одной стороны вот такой... лавандовый, а с другой стороны вот с таким рисунком. Соответственно, простынь я взяла на резинке под цвет вот с этой стороны. И точно такие же у меня подушки. Одеяло у меня два, я вам сейчас разложила одно, которое поменьше. И у меня точно такое же двухспальное получается. Вот. Вот это постельное белье сатин и поплин, кстати, в том числе, оно не садится. И единственное, что при стирке, то есть когда вы вытаскиваете из стиральной машинки, вот сатин, он становится таким мятым, но хорошо гладится. Просто на резинке я вообще не глажу, не вижу в этом смысла, потому что она натягивается, и все замечательно
Ой, чем мне нравится поплин, тем, что он такой, видите, она как шелковистая, не дубовая такая ткань, а именно шелковистая. И очень приятная к телу, очень приятно под ним, конечно же, спать. Вот, так что вот такая, я так довольна, девочки, вот такая у меня красота. Конечно, самая главная красота это вон та, вот. И вот у меня получается новенький матрасик ждет, и теперь будет ждать новенькое постельное белье, когда же придет кровать. В общем, вот такой у меня получился заказ. Я довольна очень-очень-очень прямо. Вот, вообще, на самом деле, у меня когда муж заикнулся о том, что он хочет, ну, тут переделки всякие устроить, что давай матрас. Кстати, идея купить новую кровать, это идея моего мужа, не моя, как ни странно. Хотя обычно бывает наоборот у нас. Вот, и, знаете, он только вот... Только он мне про это сказал, что он планирует все сделать, я уже подобрала новые шторы, я уже весь текстиль, я уже все выбрала, девочки, все. Но вот пока заказала только постельное белье, хочу еще покрывало, шторы, подушечки. В общем, у меня уже, знаете, уже такое, все уже в голове, уже готовая картинка у меня уже есть. Вот, так что, ну, все мы, наверное, такие девочки. Вообще, на самом деле, перемены в доме, даже вот просто там перестановка какая-то в доме, я обожаю эту историю. И я с огромным удовольствием, знаете, я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот, так что безумно довольна. На самом деле, вот постельное белье... Цена-качество просто потрясающее. Еще тот факт, что можно шить на заказ, потому что для меня это очень сложно. Я обычно раньше покупала два комплекта постельного белья, полутораспальный и двухспальный, и с этими подушками постоянно, потому что у меня подушки 50 на 70, это тоже все очень сложно было найти. В общем, у меня лишняя ткань всегда оставалась. Ну, в общем, да. А так можно все сделать под заказ. Мне эта услуга, я впервые, кстати, таким воспользовалась. Но мне очень это понравилось, потому что... Ну, я не то, что не умею шить. Я не люблю шить. Я вот так вот вам скажу. То есть для меня что-то пошить, это прям вот... Прям ужасно. Вот. Так что вот так вот. В общем, все ссылочки оставляю вам внизу в инфобоксе. Все как обычно. Ну и ближе уже, наверное, к лету. Конечно же, буду снимать по поводу переделки нашей комнаты. Вот, ну мы такие с мужем неугомонные создания, постоянно что-то переделываем, вот, так что да. Вот, ну а я на сегодня буду с вами прощаться, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно, всех люблю, целую и до новых встреч!